Убегу, убегу, все равно убегу. Ах ты, бедная моя трубадурочка. Ну зачем тебе этот трубадур? Ну только умей петь и плясать. Вот сколько женихов в воротах. Выбирай любого. Ничего я не хочу. Или я выхожу замуж за трубадура, или все равно убегу. И никто меня не найдет. Хорошо, дам я твоему трубадуру задание. Зовите сюда трубадура. Слышал я, что край Нижегородский есть. Живут там мастера умелые, чудеса творят. Поезжайте и учитесь ремеслам. И привезите то, что сделали своими руками. Когда я дам свою дочь за тебя замуж? Ради прекрасной принцессы я на все готов. И я поеду. Тогда в путь. Здравствуйте, что у вас за ремесло? Я гончар, я делаю из глины посуду. Беру глину, кладу на гончарный круг, ногами круг кручу, руками глине форму придаю. А как с круга сниму, ставлю сушить. Высохнет, печь отправляю обжигать. Как ловко у вас получается, научите меня, пожалуйста. Валенки делаю, шерсть уплотняю, скалкой катаю, на колоду надеваю, да в кипятке варю, в соли вымачиваю, да в печке сушу. Ух ты, возьмите меня под мастерье. Здравствуйте, а что у вас здесь интересно? Делаю я игрушки, матрешки называются, да расписываю их узорами разными. Как? Какие чудеса! Как? Научите меня! Эту красоту я плету из льняных и шелковых ниточек на коклюшках. Красота какая! Вот бы мне научиться такие кружева плести. Здравствуйте! А чему вас можно научиться? Я кузнец. Мое дело металл. Делаю замки да ключи. О, это то, что надо! Здравствуй, мастер. Чем вы здесь занимаетесь? Здравствуй. Делаю я сундуки, большие и маленькие, для хранения добра всякого. Сначала делаю простой деревянный ящик, после металлом его обиваю, докрашу узорами разными. Научите меня? Давай научу. Вот какой у меня сундук получился. Посмотрите, какое я платье красивое связала. Красота-то какая!
моя матрешка. Нижегородским промыслом. Привезли тебе подарки, сделанные своими руками. Ах, подарки чудные. Ну, молодцы. Теперь дочку не страшно отдавать за тебя замуж. Быть в свадьбе.